Скажи, что все хорошо. Отлично. Ладно. Как чемпионат мира, так сразу целых 47 миллионов тренеров сборной. Настала пандемия, 47 миллионов специалистов по вирусам. Привет. Привет. Ты меня не узнал, что ли? Это как если бы я учился футболу у самого Месси. Я болею за Мадрид. Ну, значит, игрок из Мадрида? И я супер-бомбардир. Супер-бомбардир? Ты просто супер-идиот! Что мы называем домом? Это место, где живет человек, где живут его любимые люди. А ты знаешь, что на карантине продажи оливок выросли на 65%? Я люблю фисташки. Я и тянул, и толкал его, а он не двигался. Ты похитил собаку-поводыря. Послушай меня! Это не уладить. Мы в изоляции. Я не могу даже выйти. Я не могу ничего сделать. Успокойся. Ты не заметил вибрации? А что, есть вибрации? И нехорошие. Ты своего ребенка не слышишь? Даже когда не спишь, не слышишь. Дело сделано, и сделано хорошо. Будем. Милая. Хватит мямлить. Принеси пиво. Ты дома? Конечно.